Huawei FreeBuds Lite – наушники AirPods Style для тех, кто всегда хотел внутриканальный вариант, по цене вдвое дешевле, чем это предлагает Apple, а в среднем в моем регионе они стоят $95, и симпатичнее, чем то, что предлагает Xiaomi в своих Air Mi True Wireless. Как вспомню, так вздрогну, и дизайнеры особо там не парились. Что мы имеем на выходе с Huawei FreeBuds Lite, я расскажу в этом полноформатном обзоре, а также опыте эксплуатации после длительного периода использования. Наушники поставляются в глянцевом продолговатом кейсе. Футляр, конечно, покрупнее, чем то, что предлагает Apple. Белый глянцевый корпус FreeBuds Lite, ровно как и AirPods 2, да и 1 поколения, тоже затирается очень быстро. Благо, хоть царапины уже на достаточно небольшом расстоянии ты просто не замечаешь. И есть черная расцветка FreeBuds, и это здорово, потому что у Apple альтернатив нет. Правда, как поведет себя черный цвет, я не знаю. Тот, кто пользовался, можете отписаться в комментариях. Зарядка осуществляется через microUSB разъем. И это странное решение для аксессуара 2019 года. Все дело в том, что многие компании, в том числе и Huawei, интенсивно переходят на USB-C интерфейс. И это правильно, это все-таки более современный порт для аксессуаров и техники. И оправдание может быть только одно. Блогеры зажрались, и они давно не выезжали за пределы МКАД. Я живу за пределами МКАД. Скажу больше, я живу за пределами не московского, а минского МКАД. И действительно, microUSB интерфейс у нас в провинции пользуется еще очень большой популярностью. Так что каждый потенциальный покупатель решит для себя сам. Это преимущество использования microUSB порта для него, либо все-таки недостаток. Также на корпусе есть функциональная кнопка для сопряжения или восстановления дозаводских настроек гарнитуры и световой индикатор. Горит индикатор тремя цветами: синим, когда идет сопряжение, зеленым, когда все заряжено, и красным, когда все разряжено. И первый нюанс сразу заметен при открытии. В левой руке всегда оказывается правый наушник, а в правой – левый. До сих пор постоянно путаюсь. Наушники внутриканальные, с комплектом сменных амбушюр, что расширяет возможности подгонки под разные ушные каналы. Есть стандарт защиты от брызги дождя IP54. Ножка овальная. В толстом сечении чуть толще, чем у AirPods. В узком немного тоньше. Приятно то, что наушники не выглядят исполинскими по сравнению с теми же AirPods, они по габаритам сопоставимы. По моему мнению, главная проблема конструкции FreeBuds Lite – большой объем той части наушника, который вставляется в ухо. Задняя сторона довольно крупная, на части пластика нет резиновой полоски, и он довольно жестко соприкасается с ушной раковиной. Тут вы уже должны понимать, что ушки у всех разные, и то, что у меня вызывает дискомфорт, у вас может быть идеально, и наоборот. Так что в идеале прийти в магазин и протестировать не только эргономику, но и качество звука, потому что мы все воспринимаем звук по-разному. Управляются наушники через касание. Я бы сказал даже постукивание, потому что если просто прикасаться к наушникам, ничего не произойдет. Двойной тап по правому наушнику ставит трек на паузу или воспроизведение. Двойной тап по левому активирует голосовой ассистент. Уже через него будем регулировать громкость, переключать треки и так далее. С iOS все то же самое. Siri также вызывается без проблем. Есть еще инфракрасные датчики, которые автоматически ставят на паузу воспроизведение при извлечении наушника из ушной раковины. При возврате наушника на место воспроизведение не продолжается, и необходимо это выполнить либо двойным тапом, либо нажатием кнопки play собственноручно. Разумеется, не хватает настройки действий по тапу, потому что не каждый пользуется голосовым ассистентом, а, к примеру, добавить переключение трека по двойному тапу на левый наушник было бы куда полезнее для некоторых пользователей. Сопряжение происходит по протоколу Bluetooth 4.2, когда кейс открыт и на нем в течение 2-3 секунд зажата единственная клавиша. Дольше держать не надо, а то сбросится до заводских настроек. При повторном извлечении из кейса наушники автоматически коннектятся с последним сопряженным устройством. Кстати, сам процесс расположения наушников обратно в кейс посложнее, ибо необходимо мастить. В тех же AirPods все немного проще. Хотя и тут, и там есть помощь магнитов. Самое главное и субъективное. Звук. Звукоизоляция внутриканальных наушников средняя. Последние бацы от Samsung, которые были на обзоре, отсекали внешний мир получше. По звуку они очень напоминают Huawei FreeLays, которые недавно были на канале. Правда, бас, как мне показалось, чрезмерно выкручен, и он частенько даже перебивает средние частоты. И лично меня это немного напрягает. С другой стороны,
AirPods это более сбалансированные наушники, но менее ярко выражены. Все-таки последними реально интересными наушниками в плане звука из True Wireless были Galaxy Buds, обзор которых тоже есть на канале. Особенно, когда ты их подключаешь к Android смартфону с включенным эквалайзером в соответствующем приложении для Android. О печальном. При воспроизведении видео на YouTube или в играх есть существенная задержка по передаче сигнала. Рассинхрон аудиодорожки с губами раздражает. В игры шпилить неприятно из-за того, что действие отличается от аудиоотклика. И в тех же шутерах это губительное для геймера дело. Так что расчет по большей части идет либо на музыку, либо на гарнитуру. Кстати, о гарнитуре. Сейчас вы слышите пример записи разговора Huawei FreeBuds Lite в обычной телефонной звонилке. Практически в абсолютной тишине. Можно пользоваться одним из наушников, не извлекая второй из кейса. А вот так в шумном месте, городская суета. Сразу можете оценить качество работы шумодава. Ну и никто лучше вас не решит, насколько хорошо или плохо передается звук. Заявленное время автономной работы 3 часа с одного заряда и до 10 часов с использованием кейса. Емкость его аккумулятора 410 мАч. По факту наушники работают 2 часа 45 минут из 3 часов заявленных. Воспроизводил я музыку на Huawei P30 Pro на 60% уровне громкости через интернет-радио, работающему по Wi-Fi. Всего кейс может зарядить полностью наушники 2 раза, а третий раз они заряжают не полностью. Воспроизведения хватает на 1 час 50 минут. И всего вы можете послушать музыку со всеми зарядками 10 часов и 5 минут. Это даже чуть-чуть больше с учетом погрешности того, что указано на официальном сайте. Наушники за 15 минут заряжаются на 60%, а на полную зарядку от кейса уходит 30-35 минут. Время зарядки разряженных кейса и наушников около 1,5 часов. Ну и традиционно есть проблемы с отображением оставшегося уровня заряда. Кейс показывает, когда он либо заряжен, либо разряжен полностью. Точный процент заряда наушников можно посмотреть только при подключении к Android. В процессе использования в строке состояния будет отображаться батарейка с уровнем, но это приблизительное значение. На iOS отследить оставшийся заряд не удастся. Из специфического. Обновить прошивку гарнитуры можно только через специальное приложение для Android – FreeBuds Lite. В App Store такого нет. В целом возможности Huawei FreeBuds Lite при сопряжении что с iOS, что с Android идентичны, за исключением невозможности отследить заряд спаренных наушников и обновить прошивку на iPhone. Из позитивного в Huawei FreeBuds Lite это более лояльный ценник по сравнению с теми же AirPods, это симпатичный дизайн, это слаженный корпус и внутриканальная конструкция. Из негативного эргономика, который подойдет далеко не каждому, а также далекий от идеала звук и автономность, которую хотелось бы побольше. А что вы думаете по этому поводу? И обязательно напишите свои любимые и, может быть, даже идеальные наушники до $100, разумеется, в сегменте True Wireless. Будет интересно почитать. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. И до скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.